Ладно, я не то хотел почитать, но я забыл слова. Вот средний микрофон, попробуй. Средний микрофон. Он выше. Ага. Вот это? Ага. Так лучше. Что за черт? Не мисс для усталых, мать смерть. Нет, я-то не буду. Что-то старые стихи. Хотел прочитать такое ударное стихотворение, но я не вспомню первую строчку, ничего не могу сделать. Не слышно. Ну ладно, я прочитаю другое стихотворение. Когда я был счастливый, там, где с тобой я жил, росли большие ивы и топали ежи. Сходили в мире зори из сердца моего, и были мы и море, и больше никого. С тех пор, где берег плоский и синий тамариск, в душе осели блестки солоноватых бриск. Дано душе из тела уйти на полчаса в ту сторону, где пела сарайская коса. От греческого солнца в полуденном бреду над прозою японца там дух переведу. Там ласточки все гейши обжили добрый знак при Александр Сергеевиче построенный маяк. Там я смотрю на чаек, потом иду домой, и никакой начальник не властен надо мной. И жизнь моя, как праздник у доброго огня. Теперь в журналах разных печатают меня. Все мнят во мне поэта и видят в этом суть. А я для роли этой не подхожу ничуть. Лета в меня по капле выдавливают яд. А там в лиманах цапли на цыпочках стоят. О ветер Приазовья, о стихотворный зов, откликнулся б на зовья, да нету парусов. За то, что в порах кожи песчинки золоты, избави меня, Боже, от лжи и суеты. Меняю призрак славы всех премий и корон на том Акутагавы и море с трех сторон.